Russian soldiers are packed in a small trench. They are only feet away from their Ukrainian counterparts. They talk to each other while they are fighting, and some of them, Russians and Ukrainians, were close friends before the war. Now they are on opposite sides, killing each other. Они впереди вдвоем ушли. Сказал крикнуть, как идти. Но. Что-то не крикнул. Валера! Валера! Угробы сдавайтесь! Лови, братуха, конечно! Дай дальше, дальше, дальше. Стой, кидай, давай. У-у-у! Пилите, блядь! Сейчас резко нахуй полетит, блядь! Когда я... Есть, есть, есть. Давай! У-у-у! Красавчик, бля! Блядь. Вот тут, вот и ебать. Зайдите туда. Куда? Зайдите глубже, блядь. Так, сука. Твари ебаные. У гроба, блядь, она гроба фибулы. Опа, чуть-чуть. Мимо! Ой, боюсь, 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 боюсь! Туда? Туда, конечно, я с ней хуй. Вперед, конечно! У кого вся хуйня там два штуки лежат, я не сходил. Все, братан, давай тогда мне его. Все, братан. Все, братан. Так, так, так. Дай ползать, сука, миномет, ебаный, за... А что, наши работают, не? Наши, я с них уже работаю. Заря, помахай рукой. Бля, я 300-й. Давай, у начала здесь на посадку клади, клади. Пошли вдвоем. Ща. Вон туда, вон туда, вон туда клади. Пуля, бери автомат, ты справа, я слева. Так, надо выйти. Прикрывай, пуля, прикрывай его. Я снимаю. Давай, иди, прикрывай. Пулемет, пулемет, давай, вот сюда, выставляем, вот туда, ебаш, по лестнице посадки, ебаш. Вот это я свой автомат возьму. Готовься, вот туда, вон, ебашить по краям. Давай, пацаны, за Россию, за дедов, за Донбасс! Russian soldiers are pinned down by Ukrainian infantry. Around 20 of them are scattered in this small area. Sadly, all of them end up dead in less than 5 minutes. Нас гранатами начали закидывать, блядь. Нормально все. Блять, помогайте, а поддержку, поддержку. Блять. Давай, чуть-чуть попробуй, пробуй сам. Я сниму сапоги, блять. Один человек погибнул. Нет. Я тоже, блядь, со спиной я не тащу.
Ебать! Сейчас всю группу потеряем, блядь! Бля, мужики, ну ждем, блядь! Я вот там... Откуда я это? Вон, они подходят! Подходит? Подходит справа! Подходит, на 12! Подходит. Они подходят на 12 к нам! На 12 подходят, давай! Чё? Может, тело вверх? Пока я думаю там. Блядь, Вига, не сиди, блядь, Вига! Ukrainian soldier films a quick message during heavy fire in eastern Ukraine. Close-range battle between Ukrainian soldiers with blue markings and Russian soldiers with red markings near Bakhmut. Он тебе плавно убедит. Нет. А это... Member of Belarusian battalion Volot firing from M2 Browning during a fight. Ukrainians are only feet away. Чуть-чуть правее, нахуй. Айда! Давай! Чуть левее мне, нахуй. Ну хуя!